Ебучий маг Кунари, сложность нормальная. Победить всех. Прикиньте, мне, короче, я вчера иду с работы. Говорю, ой, бля, завтра выходной единственным будет. Как хорошо. 3 дня отработала, 1 выходной, еще 2 дня работать. Обожаю, блядь, не отдохнуть, не погулять, нихуя, блядь. Только спать отсыпаешься за этот 1 выходной. И мне звонят на работе, говорят, слушай, ты завтра, вот, то есть сегодня, да, вот свой выходной единственный, блядь, можешь выйти? У нас там девочка заболела, она типа не может. Я говорю, блядь, нет, я не буду 6 дней работать, иди сюда. Нафиг. Реально, я не буду 6 дней по 12 часов батрачить, типа, нет. У меня когда сменщица выходит в отпуск на неделю, я работаю 3 дня, 1 день отдыхаю, 3 дня работаю. Я никогда не буду работать, блин, 6 дней подряд по 12 часов, если от этого не будет зависеть моя жизнь, блин. Так, глава вторая? Нет. Блин, первая глава мне больше всего нравилась, видимо, из этого дерьма. Проба голоса. Здравствуйте. Нет, назад. Какая ты плоская башка, ты посмотри, из Майнкрафта. Да, на это, квадрат. Форма лица, давайте настроим форму лица. Ты как-нибудь настраивать собираешься, нет? Цвет, блядь, ну я даже, ну я не, ну ладно, у нее рога, типа, можно на рога это все списать. Гидроцефализмом? Или что? А? Гидроцефализмом? Ну, я не знаю. Полезно. Просто вот нездоровый момент. О! Ладно, это лучшее. Лучшее, что есть. Мне нравятся вот эти глаза. Рога. Оу, вот это, конечно, секси. Да, творческое нужно, но где его взять? Во. То, что было, да? Что за это, крабовые палочки, блин? Вот это прикольное. Угу. Цвет волос. А можно волосы, пожалуйста? Нельзя. Только на жопе. Только на жопе волосы. Спасите! Everything you've heard, completely true. Ну, можно, конечно, сделать красивого персон, но зачем? Для этого стараться надо. Ну, старания не можем. Нам тяп-ляп. Нам главное побыстрее, блядь. Голова и уши, ладно. Мы сейчас все сделаем. Ребята, все сделаем. Блядь, мне не нравится. У него лоб, блядь, большой. У него лоб такой. Размер ушей. Можно уши поменьше сделать как-нибудь, а? Нет. Ладно, пускай будет побольше. Может, они в эту сторону будут. Такие. Да, нормально. Нормально? Башковита, да.
положение ушей, чё мы, как мы их крутить будем. Во, вот так. Ну, чтобы лучше слышала. Вызови персонажа, башка поставлю. Не, вот так. Не, блядь, мне не нравится. Размер мочек. Ну, вот так. Скулы. Нет. Форма щек. Ну ладно, это похуй. Размер бровей. Да, вот так вот мне нравится. Лоб. Лоб. Во, вот так, нормально. Наконец-то. Глаза. Форма глаз. Блять, первые самые нормальные были. Размер глаз. Побольше делаем. Аниме, блядь. Расположение глаз. Да. Стиль бровей. Стильные. Бля, ну вот эти топ, конечно. Мне нравится. Стиль ресниц. Давайте вот самые большие ресницы, что у вас есть. Вот эти, да. Цвет краев радужки. Заебись. Вот так вот. Вообще, охуенчик. Да. Все, как назад сделать? Да нормально. Вниз. Угу. Все назад. А, блядь, нос. Что мне нравится? Вот такой вот мне нравится размер носа. Ну, нет. Может, что-нибудь еще есть нормальное? Не, нихуя. Положение носа. Здравствуйте. Так, размер переносицы. Ну, такое вот сделаем, да? Блядь. Размер ноздрей. Положение кончика носа. Нормально. Заебись, пойдет. Рот и челюсть. Форма рта. Нормально. Ширина рта. Положение рта в обществе, видимо. Должен вмещаться один глаз вот сюда вот. Вмещается нормально. Толщина губ. Да, заебись. О, нормально. Подбородок. Здравствуйте, нахуй. Что за папка? Нормально, все, нормально. Все, как будто отобрали любимую кислую конфету. Размер челюсти. Немножко поменьше надо.
Я хочу, чтобы у нее подбородок. Сделал такую челюку, чтобы можно было голову отпустить. Обвисшие щеки. Обвисшие? Да. Можно не обвисать, пожалуйста? Размер подбородка вот тут, наверное, будет прям, да. Надо, чтобы он выступал на сцене. Форма подбородка. Вот так. Вот так. Нормально. Двойной подбородок. Кадык. Че, нет кадыка, что ли? Че случилось? Почему кадыка нет? Куда он делся? У меня есть кадык. А у нее нет. Куда? Шрамы. Ебошим шрамы. Где? Ты где? Куда смотреть? Короче, рандомный шрам. Насыщенность шрамов. Горизонтальное расположение хуй знает. Вертикальное положение хуй знает. Потом посмотрим, может шрамы, типа, когда она голая видно, непонятно. Назад, макияж. Каблучки, макияж. И этот день наш. Ну, может быть. Насыщенной стене на веках. Но это Джеффри Стар. Цвет кожи под глазами, пускай будет синий. О, вообще заебись, ничего такой макияжик. Так. Цвет под бровями. Цвет подводки глаз. Из синего давайте что-нибудь. Ну ладно, пускай будет черный. Так, цвет румянца. Ой, блядь, здравствуйте. Глянешь на губах. Цвет контура губ. Что это такое? Цвет губ. Будут белыми. Нет, черными. Нахуй надо. Глянешь вот так вот, да, все, заебись. Принять изменения. А где волосы, блядь? Волосы-то где? Ладно, нахуй надо. Принять изменения. Хира. Паша. Как называются твои любимые огурчики? Нет таких. Нет таких? Нет. Ладно. Бесплатно. Бесплатно? Назовем ее Хронос. Круассан. Башкортостан ее назови. Марина, не я.